Сотни историй, счастливые улыбки и слезы. Конечно, от радости. Уже второй год фонд «Дети Абакана» в рамках акции «Добрый декабрь» исполняет мечты маленьких горожан. Истории разные. Кто-то мечтает о новых коньках и спортивной форме, кто-то загадывает игрушки. В прошлом году больше 100 детей, мы сами не ожидали такого масштаба, стали адресатами нашей елки желаний, нашего направления новогоднего мечта. Мечты были самыми разными. Например, мальчик из семьи, в которой воспитывается 6 детей, мечтал заниматься робототехникой и ходить на плавание. Ему был приобретен абонемент на плавание неравнодушной абаканской семьей, снаряжение для этих занятий. Желания должны исполняться, уверены организаторы акции. Все истории они публикуют в социальных сетях и предлагают неравнодушным гражданам почувствовать себя в роли волшебников. Ведь так здорово исполнять мечты, особенно самые сокровенные. Да, а какой чудесный случай, настоящее новогоднее волшебство с ребенком 5 лет, который мечтал стать пожарным и мечтал о простой пожарной машине. Об этом желании узнала пожарная часть города Абакана, пригласила ребенка на экскурсию, прокатила на пожарной машине настоящей, дали ему примерить форму и, естественно, пожарную машинку ему тоже подарили. Не оставайтесь в стороне, если хотите и можете помочь. Узнать истории семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, можно у волонтеров фонда «Дети Абакана» и в социальных сетях.